Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередная программа «Контакт» с Александром Грантом и, соответственно, его контактами. Ну и как я уже взял за правило, начну я довольно издалека, скажем, с 1965 года, когда ныне, к сожалению, покойный Василий Павлович Аксенов написал один из самых, на мой взгляд, хороших своих рассказов «Дикой». И в этом рассказе идет речь о человеке, который приезжает по местам своего детства через много лет, проходит через какие-то исторические сравнения и находит в деревне, где он рос, мальчика, который уже тоже в преклонном возрасте старика. Вот его и зовут Дикой, а эпиграф к этому рассказу замечательный: «В Рязани едят грибы с глазами, их едят, а они глядят». И вот в этом философском эпиграфе есть смысл этого рассказа. И вот он пишет: «Я сразу вспомнил мальчика, которого мы прозвали Дикой. Мы с ним учились вместе с церковно-приходской школы. Странный был мальчик. Все он что-то строгал, чинил, мастерил, соединял какие-то колесики, пружинки. И вот он уже с этим стариком выходит из горницы, проходит через хлев, где стоит одинокая его скотина, старая дебелая коза, входит во внутренний дворик и останавливается перед дверью сарая. И в этом сарае Дикой вводит туда автора, и он видит ту хитрую машинку, которую в детстве мы с ним разломали. Конструкция была та же, в принципе, но только более сложная, более величественная. Машина была в движении, вращались колеса большие и малые, бесшумно двигались спицы, рычаги, тихо скользили по блокам ременные передачи, только слабо пощелкивала маленькая дощечка. Дощечка щелкала, словно отстукивая годы нашей жизни во все ее пределы, а также за пределами, и вперед, и назад, и неизвестно уже, куда катили эти бесшумные колеса. «Забавная штука», — сказал я насмешливым голосом, чтобы взбодриться. «Для чего же все-таки она, а, Дикой?» «А просто, Павлуша, для движения», — шепотом ответил он. «А когда ты ее пустил?» — опять же насмешливо спросил я. «Когда пустил, а вот тогда же в детстве и пустил. Вот видишь, с тех пор и не останавливается. Так это что ж, вечный двигатель, что ли?» «Кажись, да», — прошептал он, — «кажись, да». Вот о вечном двигателе, в несколько ином его приложении, сегодня я и поведу речь. Но поведу ее не как Дикой, не про то, что колесики могут крутиться до бесконечности, а про то, что есть явления, которые поражают нас не хуже вечного двигателя, а объяснить их мы пока не можем. И в данном случае моим зеркалом, как говорят немцы, Ойленшпигель, будет наверняка известный вам человек, с которым я уже делал передачу, по-моему, может, лет 5 назад. Зовут его Марк Комиссаров. Марк, доброе утро и спасибо, что пришли. Вот. А Марк Комиссаров – автор уникальной методики активизации центра информационного восприятия. То есть, так грубо говоря, а я иначе как грубо и не смогу передать то, о чем Марк знает поподробнее. Марк утверждает, что для восприятия информации внешнего мира нам совершенно не обязательно то, чем снабдил нас Господь Бог. То есть нам не нужны ни глаза, ни обоняние, ни осязание, ни слух, ничего. Все это можно получать непосредственно через мозг. Это так или нет? Мы поговорим на эту тему. Я что попросил бы, если готова видеозапись, включить... А давайте, да, давайте возьмем мою... комиссаровского быка за рога. Покажите, пожалуйста, эту запись. Ну вот
вот эти дети с повязками, по-моему, среди русскоязычной аудитории известны так же, как колясочка, которая в броненосце Потемкине по Одесской лестнице спускается. То есть это уже, так сказать, популярно. Саша, но у вас есть и поклонники, и у вас есть не меньшее количество критиков, которые говорят, что это просто шарлатан. Но чего проще сказать? Конечно, завязать ребенку глаза, оставить маленькую щелочку, и он у тебя чудеса будет творить. Что на это отвечает Марк Комиссаров? Так, Александр, давайте, как говорят благословенные Америки, step by step. Итак, то, что сейчас было представлено на экране, это как бы моя видеовизитная карточка. Начну с того, что вы сказали, что нам совсем не обязательно использовать то, что дал нам Господь Бог. Не согласен. Но это из уважения к нему говорю. Естественно. Я хочу сказать, что нам он дал немножко больше, чем мы используем. Вы знаете, что такое инфоведение, то, чем я занимаюсь? Это я в свое время пришел к выводу, что наш мозг способен получать информацию из окружающего мира напрямую, не используя для этого привычные органы чувств. То есть можно видеть, не используя глаза, можно слышать, не используя уши. И тут как раз напрашивается ваш вывод. А зачем они нам тогда? Не, Господь знает, что он делает. Для красоты. Да. Значит, он знает, что он делает. Когда меня спрашивает Марк, вот человечество, ну, мы не будем залезать в глубокий палеолит, но где-то 20 тысяч лет примерно оно уже живет, мы там сделали раскопки, пещеры и так далее. И вот мы 20 тысяч лет с того пещерного века живем, как-то пользуемся своими пятью органами чувств и нормально выживаем, размножаемся, продвигаемся. Чего это вдруг вы сейчас стали ратовать за некое шестое чувство? Зачем оно нам? Я говорю, дорогие мои собеседники, назовем их так, мир, о котором вы говорите 20 тысяч лет назад, был прост. И человек был прост, и они соответствовали друг другу. И для того, чтобы увидеть врага и спасти свою бренную жизнь, его надо было увидеть за 1,5 километра, услышать там метров за 800, унюхать за 200, забился в пещеру, спасся. И какой-нибудь медведь-гризли, который сидел от первобытного человека в 10 километрах, не представлял для него никакой опасности. 10 километров. А вот теперь, благодаря усилиям самого же человека, мир, в котором мы живем, резко изменился. Стал гораздо опаснее. В нем появились промышленное производство, транспорт, атомные бомбы и террористы, озоновые дыры, загрязнение окружающей среды. Мир стал сложен, а человек остался прост. И вот этот сложный мир простого человека убьет, ему не выжить. Центр прямого информационного восприятия, которым Господь наградил нас, ну, пока он нам был не нужен. Он дремал. Сейчас он нам понадобился. Потому что, Марк, ведь человек, следуя вашему же ходу мысли, изобрел гигантское количество технических приспособлений для того, чтобы и сделать себя безопаснее, и сделать себя спокойнее. Он может как-то сейчас уже не допустить, чтобы за два километра на него кто-то напал. Саша, он может разговаривать по смартфону, он может передвигаться. А мне вам про Чернобыль надо напомнить? Можно. Так вот, представьте себе, 20 тысяч лет назад гризли, сидящий в 10 километрах, не представлял никакой опасности. Да. Сейчас химический заводик, который находится на 10 километрах, представляет, ох, какую опасность. Когда же у нас начинает работать этот центр прямого информационного восприятия, то есть он получает информацию напрямую в мозг, не используя привычный орган чувств, не имеет значения физические преграды, не имеет значения расстояния. Одна моя студентка, находясь в Москве, читала газету, которую я разложил на столе в Нью-Йорке. Мои нью-йоркские студенты, стоявшие вокруг и слышавшие через громкую связь, как она читает, у них волосы вставали дыбом. 8 тысяч километров расстояние Москва-Нью-Йорк для такого восприятия это не имеет значения. Возвращаясь к своему примерчику. Химический заводик в 10 километрах от нас. Не дай бог там что-то рвануло. Вы этот взрыв не увидите, не услышите, не унюхаете далеко. А в вашу сторону уже двинулось облако ядовитого газа. А когда оно придет, спасаться-то будет поздно. Если у вас работает этот центр прямого информационного восприятия, там еще не рвануло, только загорелось. Ваш мозг получил эту информацию, вы хватаете вещи в машину и по ветру подальше от этого облачка.
А если это работает у человека, отвечающего за технику безопасности на этом заводе, там еще не сгорелось, заискрило, задымилось. А у него уже зажегся красный флажок. Он хватает за огнетушитель и гасит этот огонь. И вот если это будет работать у всех... То есть вы считаете, ну и, наверное, не только вы, что мозг, в числе прочих своих достоинств, это тончайший сейсмограф, который реагирует на любые, так сказать, колебания. Саша, я говорю об информационном восприятии. Uh-huh. Об информационном восприятии. У нас есть центр прямого информационного восприятия. Создатель знает, что он делает. До тех пор, пока не появились все эти Чернобыли, химические производства и так далее, он был нам не нужен. Он и сейчас не отменяет работу глаз. То, что я могу видеть глазами, я и буду получать эту информацию, используя глаза. А вот то, что мне глаза или уши не могут дать информацию, она для меня важна, я получу это напрямую. Значит, этот центр сам собой не включится. Он нуждается в активизации, и не такой я там вот гений, что я там активизирую. Я любитель аналогий. Мы, когда рождаемся, у каждого из нас в мозгу есть много разных центров. Центр слуха, центр зрения, центр обоняния. Часть из них включается автоматически с нашим рождением. Вот как раз те центры, которые я перечислил. Часть нет. Они нуждаются в активизации. И в частности, центр речи. Я вижу много общего между центром речи в мозгу человека и центром прямого информационного восприятия. Оба они есть в мозгу, угу. Сами не включаются. Если мы с ребенком не заговорим, он уйдет из этой жизни немым. И мы, родители, с первых дней появления младенца на свет, мы ему активизируем этот центр. Мы с ним разговариваем, где-то с года мы начинаем не просто говорить, мы задаем вопрос и делаем паузу, побуждая его ответить. Ребенок начинает тужиться, пыжиться, что-то говорит, коверкает слова, слоги мы поправляем и продолжаем его заставлять отвечать. В конце концов, все мы начинаем прекрасно говорить на своем родном языке. Ну, в Торе, по-моему, есть одна притча о том, что родители поставили эксперимент, они не разговаривали с ребенком и ожидали, какое слово он скажет сам по себе. И он сказал слово «хлеб». Незнаком. Мы опять возвращаемся к тому же правилу, с чего мы начали, что Господь, человек предполагает, а Господь располагает. И вы сейчас претендуете заявить, что, в общем, у человека появляются божественные качества, и он начинает располагать, вместо того, чтобы предполагать. Саша, я считаю, что возможность видеть глазами, слышать ушами, это все божественные качества. Создатель создал человека, если верить Торе, Библии и так далее, по образу и подобию своему. И в голове у него много чего, но должно прийти время. И вот время сейчас пришло. Для того, чтобы человек мог выжить в сложном мире, он сам должен стать сложным, они должны соответствовать друг другу. И вот это тот самый центр прямого информационного восприятия. Он очень легко активизируется в мозгу у детей. Мне достаточно поработать 10 минут с ребенком, и он начнет видеть в плотной повязке на глазах. Вы когда-то поставили рубеж 12 лет, или это условная категория? Да, это связано с половым созреванием. Я подробнее об этом рассказываю на своем семинаре. Я сдвигаю немножко эту планку, мало того, я шагнул дальше. Сейчас у меня и взрослые начинают видеть. В чем проблема? Ребенок, его мозг очень пластичен. Он верит в сказки, он верит в соловья-разбойника, в Иван-царевича на сером волке. Я ему рассказываю сказку, надеюсь, дети не смотрят наши программы. Тоже. То взрослым, я ему рассказываю сказку. Называется вешать лапшу на уши. Да, что у них есть третий глаз. И я показываю ребенку остальных детишек, которые этим овладели. Он верит мне, седой мужик с бородой, он не будет брать. Я говорю, все очень, очень просто, мы сейчас сделаем так, сяк, наперекосяк, 10 минут достаточно. Если я скажу взрослому, что у него есть третий глаз, он покрутит пальцем у виска и будет абсолютно прав. Дело в том, что мозг взрослого человека знает, что возможно, что нет. Он знает, что по полу ходить можно, по потолку нет, сквозь стену не пройдешь, в стакане воды не растворишься, глаза открыты, ты видишь, глаза закрыты, ты не видишь. И за этой его убежденностью стоит не его личный жизненный опыт. За этим стоят сотни миллионов лет эволюции живого на Земле. 100 миллионов лет назад для динозавра было то же самое. Глаза открыты вижу, глаза закрыты не вижу. И когда я своему взрослому студенту на семинаре говорю, закрой глаза, вот тебе цветной листочек бумаги, и ты мне скажи с закрытыми глазами, какого он цвета. Его мозг начинает орать ему. Ты что, его слушаешь? Перед тобой сидит явно патологический идиот.
Ну ты же не идиот, ты же понимаешь, что с закрытыми глазами видеть нельзя, поэтому вставай и беги отсюда, чем скорее, тем дальше. И вот моя задача преодолеть эту абсолютно закономерную предубежденность мозга взрослого человека. Ну, у меня за годы зрелой жизни как-то сформировался воображаемый опыт патологического идиота. И ученицы, которые вы сейчас привели, на меня совсем не производят такое впечатление. И сейчас самое время представить нам еще одного участника сегодняшней передачи. Это ученица Марка Комиссарова Мелинда Немет. Мелинда, добрый день. Добрый день. Ну, судите сами, дамы и господа. Так вот, может быть, мы, так сказать, оживим наш с вами диалог каким-нибудь показательным рядом или непосредственно разговором с Мелиндой, или вы расскажете о ней немного. Александр, я хотел бы все-таки довести тему детей до логического конца, и у меня есть прекрасное видео, потому что я провожу свои семинары сейчас во многих странах мира. Провожу для детей Олимпиаду детей-волшебников. И вот я попрошу сейчас поставить эту Олимпиаду, а потом мы от детей перейдем к взрослым. Давай, давай. Покажите, пожалуйста, эту Олимпиаду. Листок. Я могу комментировать, это будет Олимпиада. Это парад волшебников. Парад участников Олимпиады. Проверка масок. Сбор монет со стола с закрытыми глазами. На перегонки на время. Болельщики. Дартс. Это, кстати, ребята из Германии. А там были ребята из разных стран? Международная Олимпиада детей-волшебников. Пазлс. Стрельба из лазерного пистолета по мишеням. Сбор мячиков нужного цвета. Баскетбол. Эстафета. Надо нужный мячик отнести в стаканчик нужного цвета. Все это сделать быстро, пробегай на разы. Футбол, пенальти. Опа. Другая эстафета. Видите, там перемешивают стаканы, чтобы он не запоминал, где они стоят. И все как на олимпиадах. Награды, медали, кубки и прочее. Самая настоящая олимпиада детей-волшебников. Ну вот, я вам показал и рассказал о детях. Вот теперь самое время перейти ко взрослым. И я тоже с радостью представляю вам Мелинду. Это жительница Нью-Йорка. Я обычно большую часть, так складывается мое расписание, что большую часть времени я провожу в разъездах в Европу, на Ближний Восток, Турция, Дубай и так далее. Даже до Австралии докатился, никогда не думал, что в Австралию пригласят. Ну, Мелинда, вы, насколько я понимаю, прекрасно владеете всеми пятью чувствами. Вот почему вы стали ученицей Марка Комиссарова, и вам захотелось развить себе шестое чувство? На самом деле нет, потому что его методика есть, как называем, побочных явлений. И это значит, что я слышала, что у людей поправляется зрение, и у меня зрение плюс 2,5. И поэтому решила просто научить методику, попробовать на себе. То есть вы к нему пришли как... Как ученица. К глазному врачу. Нет, не глазному врачу, но просто я решила, что почему нет? Может да, может нет. Давайте попробуем все на себе. Давайте попробуем. Не только сейчас небольшой комментарий. Я не сказал, что да, когда взрослые. Раньше я с детьми занимался, учил их видеть. А как я уже говорил, взрослых научить видеть, как мне казалось, невозможно. Их генная память восстает против этого. Прошли годы, я нашел другой подход, и на сегодня я учу и взрослых видеть, как видят дети. И если человек способен получать визуальную информацию, не используя привычные органы чувств, значит, можно видеть, не используя глаза, слышать, не используя уши. Слепые могут видеть, глухие могут слышать. Это я покажу дальше в нашем видеосюжетах.
Мелинда пришла ко мне, потому что, да, ей захотелось снять очки. И сейчас очень много людей приходит на мои семинары для того, чтобы снять очки. Mm-hmm. Потому что количество диоптрий не имеет значения. Ты начинаешь получать визуальные образы напрямую в мозг. Глаза в этом процессе не участвуют. Поэтому я сказал, слепые могут видеть. И у меня были ученики с диоптриями 22. Ну, я повторяю свои идиотские вопросы. Пожалуйста. Глаза носят просто прикладно-декоративный характер? Нет. Значит, то, что ваш мозг будет хорошо видеть глазами, он будет использовать этот канал получения визуальной информации. Когда глаза не дают ему четкую картинку, а у него есть другой канал, он включает автоматически этот канал, и вы начинаете получать четкую картинку не через глаза. Но у глаз, помимо непосредственно вот, так сказать, зрительной функции, есть еще эмоциональное назначение. Глаза могут выражать страсть, глаза, улыбку, глаза могут души. Плакать. Именно поэтому, все... именно поэтому я не призываю терять глаза, отменять глаза, совершенно верно. Значит, на своих занятиях я использую вот такую повязочку. Да, это на камеру мне надо показывать. Сюда? Туда. Вот такую повязочку. Но в таких случаях обычно вызывают из зала желающего. Обязательно. Так как вы из зала, вы можете посмотреть и проверить. Да я вам верю. Вы мне верите. Хорошо. А потом мне все равно никто не поверит. Хорошо. Значит, эта повязка предназначена для путешественников. Это пластик, непрозрачный абсолютно. Я сейчас возьму сильный фонарик. Вот он очень сильный. Я, как вы видите, я свечу сюда. Ну да, он не пробивает. Не проходит свет и через поролон. Я показываю это, видите, тут ну, не видно так. Мой палец, через него свет пробивается, через поролон нет. Значит, выпускается эта повязка для путешественников, которые устали в долгой дороге, им хочется отдохнуть, они надевают вот эту вот повязочку. Полная темнота, компания пишет, полная темнота даже тогда, когда два их глаза открыты. Они же выдают еще беруши. Расслабляйся, отдыхай от своего длительного путешествия. Поэтому эти повязки для меня идеально подходят. Но я шагнул немножко дальше. Очень много людей, включая вас, уважаемый Александр, которые говорят, а может у вас там дырка? Значит, я в эту повязку разместил фотодиоды. Они сверхчувствительные. И когда на них падает свет... Вот показатели экранчика, видно, что есть свет. Когда света нет, вот они показывают 0. Нули и даже минус единица, минус два. Я попрошу Мелинду одеть эту повязочку. Так, хорошо. Да. Так, я вижу 3 нуля. 3 нуля. Возьми, пожалуйста, цветные листочки бумаги. 5 нуля. А? Давайте, Александр, я вас попрошу их помешать. Чтобы все было честно. А, я не знаю такого слова. Извините. Нет, просто возьмите их, помешайте. Она сама будет их... перетасовать. Да, извините. Там зеро. Там зеро, зеро. Она волнуется, зеро ли там, потому что все очень хорошо видит. Прошу, Велина. Ну нет, не так хорошо, но... Называй. Что-то вижу здесь освещение. Это... Освещение сладенькое. Давай я тебе... Это красный. Красный. Окей. Давай тогда справилась с освещением. Значит, красный. Оранжевый. Оранжевый. Желтый. Желтый, как видите, здесь нули. Синий. Синий. Красный. Красный. Оранжевый. Оранжевый. Желтый. Желтый. Красный. Красный. Синий. Синий. Желтый. Желтый. Зеленый. Зеленый. Оранжевый. Оранжевый. Зеленый. Что такое? Вы хотите дать и как листочек? Так, так, зеленый. И синий. И синий. А вот это какой? Я не вижу вас. Посмотри. Зеленый, наверное. Зеленый. Что-то далековато. Далековато, ну. У меня по боку не совсем открылось. Я знаю. Так. По боку. Значит, давай я... Посветим? Нет, не посветим. Я тебе поставлю пирамидку, соберу из стаканчиков. Пирамидку видно? Ну, не так хорошо. Подальше. Видно? Да.
Видно. Значит, я буду говорить, какой цветной стаканчик надо взять. Угу. Да, кстати, чтобы были уверены, нули. Что да. Там нули. Значит, она будет брать. Возьми, пожалуйста, красный. Не могу. Не может. Я же провокатор, Александр. Синий. Не могу. Желтый. Ой. Так, красный. Красный, подождите. Да, жду, Иногда здесь появляется аж минус один, mm-hmm. потому что тонировка здесь более темно, чем тонируются эти приборы. Синий? Не могу. Ой, подождите, по боку. Один, второй. Так, зеленый. Зелененький наверху. Красный. Сейчас посмотрим. Один. Красненький. Зеленый. Подождите, зеленый. Зеленый. Желтый. Желтенький один. Желтенький второй. И красный. И красненький. Ой, я не вижу хорошо. Нет, куда? Конечно. Куда ты забыла, мне? Забыла, с кем имеет дело. А у меня по боку не открыто хорошо. Хорошо. А ты не волнуйся, я понимаю телевидение и прочее. Я поставлю стаканчики разных цветов. И все время контролируйте ноль. Нет, я тебе их вот так поставлю. Пожалуйста, вот этот мячик. Это красненький. Где у меня красненький? Красненький. Хорошо, вот этот мячик. Это у меня синенький. Синенький наоборот. Увидела, что стакан перевернут, этот мячик. Это зелененький. Хорошо. Где мой? Это зелененький. Так, и этот? Это у меня опять желтенький. Вот сюда. Я специально поменял стаканы. Ну, собственно говоря, все, этого достаточно. Да, да, да. Я надеюсь, вам понравилось. Но, опять-таки, Мелинда и Марк, вот меня не покидает, возможно, напрасное, но, по-моему, совершенно естественное ощущение, что это фокус. Угу. Потому что я видел и Акопянов, и Гудини, и кого угодно. И внешне все это носит атрибуты какого-то трюка. И, естественно, вопрос, если это на самом деле, то на это должны были обратить внимание серьезнейшие специалисты. И вас должны были по подозрению в шарлатанстве подвергнуть каким-то серьезнейшим тестам. Авторитетное жюри, так сказать. Это все проводилось или нет? Давайте, Саша, я немножко позже вернусь к этому вопросу. А, наверное, самый интересный тест. Хорошо, Мелинда может подглядывать, вы можете подглядывать, я могу. А вот слепой подглядывать не может. Вот. Я попрошу вас следующий сюжет. Включите, пожалуйста. Это мой семинар в Италии. На него привела женщина-мужчина. Мужчине 52 года, 26 лет назад у него в руках взорвался прибор, выжгло ему оба глаза. Год назад ему в левый глаз поставили протез с видеокамерой, подключили, это ему ничего не дало. И вот на четвертый день семинара он смотрит цветные листы бумаги, так как это делала Мелинда, и называет их. Я даю ему iChat. Буквы. Читает. Слепой. Я не останавливаюсь на этом. Я даю ему читать слова. Скривания. Пожалуйста, скривания. Он кто? Итальянец. Итальянец. Да. Это мой семинар в Италии. Семафор. Слепой, Александр. Все время помните, да, что я он видел слепой. Лицо. Переворачивает слово было вверх ногами. Палаццо. Все легче и легче. Sempre più veloce. Не по слогам, видишь? Non legge sillabe tutta la parola insieme. Divano. Ecco, и мне надо. Я даю ему газету читать. Заголовки такие. Yes. Contra, contra. Yeah. Contratti. Yes. Bravissimo. Il Yes. Contratti. Il Salento. Il Salento. Wow. Il Salento. Sfida. Sfida. Sfida la. La. Questa è una C. Una C. La C. La. Aspetta. Non corre. Non corre. La crisi. La crisi. Sfida la crisi. Fantastico. Sei fantastico, Tommaso. Теперь он ходит за мной. Человек, который не мог ходить, только держась за плечо жены. Меня спрашивают, почему у него очки
на глазах. Врачи приказали ему носить эти темные очки или не темные, потому что предохранять протез, чтобы туда не попала пыль. Да, потом это не очень красиво, то, что я видел. Саша, нет, это не для красоты, для того, чтобы туда пыль, грязь не попала. Я все время эстетику нажимаю. Ну, друзья мои, сейчас мы прервемся на пару минут рекламной паузы. Я немного приду в себя, да и вы приободритесь. А потом мы продолжим беседу с Марком Комиссаровым и его ученицей Мелиндой Немет. Оставайтесь с нами. Многие требуют особого отношения. Обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Серьезные проблемы требуют внимания серьезного специалиста. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404. Фестиваль «Матрешка» – это заряд позитива и прекрасного настроения даже среди осенних будней. «Матрешка» вновь собирает друзей. Концерт профессиональных и детских коллективов. Вкусная еда и алкогольный бар. Выставки и распродажи, призы, лотереи, конкурсы для детей и взрослых. Развлечений хватит для всей семьи. 18 сентября с 12 часов дня до 6 часов вечера. Полянка Парк, Бенсалем. Ждем вас с нетерпением. По статистике специалистов Davidson Ambulance Assist, русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута это слишком поздно. Заботьтесь о своем здоровье вовремя. Запишите телефон скорой помощи Davidson Assist 1-888-710-0303. Здоровье ваше, вам решать. Издательство Liberty представляет Александр Тавровский «Ночь страшного суда». Историко-документальный триллер. Август 45-го. Выживший доктор Лустик, директор еврейской больницы Берлина, схвачен советской разведкой и брошен Лефортово. Дьявольские планы Сталина о будущем еврейского государства, доктор и судьба Израиля находятся в смертельных клещах. Цена с пересылкой в США – $18.50. Компании Russian Media Group в районе Лос-Анджелеса, штат Калифорния, требуется на работу специалист по установке и обслуживанию спутникового телевидения. В обязанности входит установка и настройка спутниковых тарелок, прокладка RF-кабеля, подключение спутниковых приемников. Оплата сдельная. Звоните 323-883-0300. 323-883-0300. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Контакт» с Александром Грантом. И в гостях у нас сегодня Марк Комиссаров, автор уникальной методики активизации Центра информационного восприятия, и одна из его учениц, Мелинда Немет, которая только что продемонстрировала, что может она с помощью Марка и что может Марк с ее помощью. Действительно. На меня это не то чтобы произвело сильное впечатление, но опять-таки, я говорю, я это воспринимал как некий показательный такой аттракцион, потому что все атрибуты, цветные шарики, цветные стаканчики, цветные листы бумаги, яркий свет, красивая одежда, приятные люди – все это носит какой-то цирковой характер. Но когда я увидел человека с выжженными взрывом глазами, который на моих, слава богу, еще зрячих глазах читает и ходит, это, конечно, бьет по мозгам, в предназначении которых усомнился Марк Комиссаров в их прежнем качестве. На самом деле интересно. Но давайте посмотрим еще одно видео о том, что делает Марк Комиссаров. Покажите, пожалуйста. Итак, это женщина, у которой с рождения не сформировано ухо. И не только ушная раковина, у нее нет механизма слышать. Мы, выглядели на предыдущей фотографии, заткнули ей слышащее ухо звуконепроницаемой пробкой. И ее задача – повторять то, что говорит мой организатор. Воспроизводить. Видите, расстояние где-то 15-20 метров.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что она не просто произносит слова, а она копирует интонацию, с которой мой организатор, мой переводчик говорит это. Она тоже итальянка? Итальянка, конечно. Это муж этой дамы с проблемой. Он ее привел на семинар, он ее уговорил, он поверил мне и привел свою жену. Мой организатор начинает отходить все дальше и дальше, обратить внимание на ее шаги. Io sto lontano e non leggo il labiale. Brava! Brava! Bravo Cinzia, bravo! Presente. Это счастливый муж. Ну, а это слезы счастья. Так что... я сразу вспомнил один из своих любимых телесериалов, старый, «Bionic Woman». Ты не смотрел? Нет, не доводилось. Это байоническая женщина, у которой одно байоническое ухо, байоническая рука и байоническая нога, которые могут, там, я не знаю, в 10 тысяч раз больше, чем обычные. И вот она там творит чудеса. Вот у тебя «Bionic Woman» тоже? Теперь уже приближусь к вашему вопросу насчет того, почему там никто там не обращает внимания. Я сразу задам второй вопрос, да, а ты его разовьешь. То есть, если вот смотри, я когда-то беседовал с господином Кашпировским, который только первый раз приехал в Америку и показывал здесь чудеса, по-моему, в «Миллениуме». Да, и он когда-то у него получалось, что-то у него не получалось. Когда у него не получалось, он говорил, там слишком тугое магнитное поле. Там еще какие-то вещи говорил. У кого-то он избавил от головной боли, кого-то там от хромоты, там еще чего-то. Ну, в общем, практически представлял себя библейским Лазарем, которого только что излечил Господь. Но он мне сказал, я говорю, слушай, если ты можешь избавлять людей от головной боли, почему ты еще не миллиардер? Он говорит, а ты представь себе, как поведет себя производитель Тайланола и, я не знаю, Пургена там или еще чего-то. Если я скажу, вам не нужны больше таблетки, не покупайте их. Меня тут же, я не знаю, посадят, убьют, уничтожат, потому что я против фармацевтической империи восстаю. Вот то, что ты, Марк, делаешь, ты же тоже наживаешь не просто армию врагов, а ты наживаешь не только людей, которые создали огромную индустрию обслуживания слепых, косых, незрячих, хромых, глухие. Все эти инвалидные кресла, усилители, hearing aid и так далее. Ты восстанавливаешь против себя ученых, которые доказывают, что иначе нельзя, что существует школа, существует наука, существует какое-то строгое течение логической мысли. А тогда ерунда. Саш, с тобой очень приятно общаться. Ты удивительный, логичный человек и открытый человек. Да, то, что я учу и то, что делают мои студенты, оно противоречит нашим представлениям о... Это невозможно. Здравому смыслу. Но! Я всегда говорю, если бы можно было собрать самых продвинутых ученых 19 века, самых продвинутых, и показать им сегодняшнее работающее телевидение, радио, мобильный телефон, спросить, господа ученые, что вы об этом думаете? Они бы хором заорали, это чудо, чудо, объясните, как вы это делаете? Но самое интересное, что это было бесполезно им объяснять. Я бы им стал говорить о радиоволнах, электромагнитном поле, антенне, приемнике, электронно-лучевой трубке. Они бы не поняли ни одного слова. В 19 веке законы электроники, на базе которых у нас все так лихо сейчас работает, еще не были открыты. Они бы ничего не поняли. И вот то, с чем мне повезло столкнуться, на сегодня этому пока еще нет объяснения. Это объяснение надо искать. И поэтому вот все эти 17 лет, что я занимаюсь прямым информационным восприятием, я стараюсь наладить контакт с учеными. Трудно. Упираются как только могут. И я понимаю, когда что скажут коллеги, если какой-то ученый скажет, я начал изучать возможность видеть без помощи глаз. Они им скажут, ты чего, свихнулся? Закрой глаза, ты что-нибудь видишь? Нет, что ты собрался изучать? Вот поэтому я пробиваюсь к своей цели. Ну как, ты приводишь Мелинду? Или трех Мелинд? Подглядывают. Подглядывают? Да.
И вот моя задача... Ты говоришь им, принесите свою повязочку. Подглядывает. У нее здесь... Значит, Саш, моя задача, используя современное оборудование, объективное, которое не будет искать щели, оно должно показать, подглядывает мой студент или нет. И вот я провел очень интересное исследование, эксперимент, скажем так, в Италии. Я сейчас попрошу показать это видео. Пожалуйста. Электроэнцефалограмма. Сегодня вечером были проведены два эксперимента. Это профессор Эли Фонте. Во время проведения этих экспериментов очень похож на Эйнштейна. Я его когда увидел, думал, Эйнштейн ожил. Приборами контролировалась как вариабельность сердечного ритма испытуемого, так и модуляция сердечного ритма со стороны его нервной системы. В процессе эксперимента производилось снятие энцефалограммы мозга испытуемого в трех состояниях. В первом испытуемый находился в состоянии покоя с закрытыми глазами. При этом регистрировался базовый показатель энцефалограммы, измерялись основные показатели работы головного мозга и, в особенности, частота колебаний альфа-биоритма. Во втором случае глаза испытуемого были открыты, и ему предлагалось читать цифры, появлявшиеся на экране компьютера. Цифры выбирались с помощью компьютерной программы и появлялись на экране в случайном порядке. Как я уже говорил, и в этом случае с помощью энцефалограммы проводилась регистрация активности головного мозга испытуемого и соответствующих зон, вовлеченных в эту активность. В третьем случае на глаза испытуемого надевалась специально разработанная для этого эксперимента светонепроницаемая маска. Ее особенность заключалась в том, что внутрь маски, прямо перед глазами испытуемого, были вмонтированы две телекамеры, которые регистрировали состояние как правого, так и левого глаза испытуемого. Сигналы от каждой телекамеры выводились на отдельный телевизионный монитор. Таким образом, с помощью этих телекамер мы могли контролировать состояние глаз испытуемого в полной темноте. Для осуществления этого контроля в маске, наряду с телекамерой, находились два источника инфракрасного излучения. Человеческий глаз не способен видеть в режиме инфракрасного излучения, а телекамера реагирует на него и переводит получаемое изображение на экран телевизора, видимый глазом спектр света. С помощью телекамер три раза проводилась регистрация состояния глаз испытуемого при включенном и выключенном источнике инфракрасного излучения. При выключенном источнике инфракрасного излучения экраны телевизоров оставались абсолютно черными, что говорило о наличии полной темноты внутри маски. При включенном источнике инфракрасного излучения на экранах телевизоров можно было наблюдать глаза испытуемого с широко расширенными зрачками. Такое состояние глаз наблюдается только в условиях полной темноты. И в том, и в другом случаях чтения с помощью энцефалографа велась регистрация показаний, интересующих нас зон головного мозга. 5, 8... 4, 7, 4, 3, 1, 8, 4, 2. Полученные результаты эксперимента нас полностью удовлетворили. Мы констатировали, что чтение цифр испытуемым происходило. Ну и опять-таки, я говорю, этого... якобы итальянского ученого вы нашли в местной пивной, заплатили ему 5000 лир. Да, за оборудование. Но вот смотрите, я читаю, в октябре 2013 года Марк Комиссаров приехал в Минск, чтобы встретиться с представителями Национальной академии наук Республики Беларусь и начать предварительные эксперименты. Это было? Это к чему-то было, привело? Было. На уровне Академии наук? К сожалению, не привело. Не привело. Потому что для этого нужно оборудование, а подходящего оборудования у Академии наук не нашлось. И я вот сейчас попрошу включить еще одно видео с моим маленьким предисловием.
Весной этого года я нашел, ну, то, что говорится, неубиваемое доказательство. Есть такая штука, как вот было или есть электроэнцефалография, есть электроретинография. Ретина – сетчатка. Значит, ее используют офтальмологи для проверки состояния сетчатки и глазного нерва. То есть капаются капли, и к сетчатке присоединяются... Это ретинопатия или что-то такое, да? Присоединяются электроды, которые фиксируют на экране, идут визуально вызванные потенциалы, вы увидите на видео, так лампа мигает, чтобы... Я в этом ничего не понимаю, я просто рекламирую один оптический магазин. Ага. Значит... Если у нас все нормально, то вот в затылочной части мозга, где получаются вот эти визуальные образы, возникают сигналы. Свет проходит через сетчатку, через глазной нерв. Так мы пошли изощренным или извращенным путем. Мы на моего партнера, Михаила Истрати, надели вот такую маску и запустили этот эксперимент. Значит, если бы она подсматривала, то электроретинография фиксировала да, это. Конечно. А так как маска не позволяет проникнуть свету, там на приборах ноль. Ну, только так, волночки такие маленькие. А она, вы увидите, она читает цифры, возникающие в случайном порядке на экране. Это на видео есть? На видео. А где оно? Пожалуйста. Электроретинография. Вот это свет, 36. Который должен проходить на сетчатку, глазной нерв и фиксироваться на мониторе врача. 12. Она сидит в повязке и читает 10. Цифры. 19, 42, 71, 98, 72, 71, 45. И вот монитор врача, на котором практически 2, вот эти 87, все маленькие мигания, это реакция 9, нерва, который попадает 82, свет, не попадает, видите? 20, когда это попадает свет, там большие 40, такие. Вот это уже неубиваемо. Оно показывает, что она считывает эти цифры, а реакции глаза и глазного нерва нет. Вот теперь уже можно идти. Два вопроса. Да. Два вопроса. Слушаю. Значит, вот самое начало. Крым и конкурс волшебников. Дети чувствуют себя волшебниками или это просто вы придумали красивый? Они понимают, что они стали, так сказать, участниками вполне, так сказать, научного метода. Или они понимают, что на них свалилось что-то новое, необъяснимое и потрясающее. Саш, значит, когда я говорю, что у меня существует школа волшебников, люди мне начинают так хорошо, по-доброму улыбаться. Они полагают, что я шучу. И я им тоже так хорошо, по-доброму улыбаюсь, говорю, но я не шучу. Что такое чудо? Чудо – это то, что современная наука объяснить да, не может. Да, конечно. С точки зрения физики, через оптически непроницаемую преграду свет проходить не может. Это закон физики, который даже не подлежит обсуждению. Это так. С точки зрения физиологии, наш мозг может получать визуальные образы, только используя глаза. Это у любого живого существа. Только глазами можно видеть. Это закон физиологии. С этим никто тоже не будет оспаривать. Это так. Привет. Но когда мозг... Итак, когда мы одеваем физику на физиологию... Я сразу вспомнил выражение «есть глазами». Есть глазами. Когда мы надеваем физику на физиологию, видеть невозможно. Вот здесь уже надо подводить первую черту. Это так. Мои студенты с повязкой на глазах все видят, пишут, играют и так далее. Но ведь это же чудо. А человек, творящий чудеса, называется волшебником. Угу. Поэтому, когда я говорю, что у меня дети становятся волшебниками... Вы не шутите. Я практически не шучу. Потом я говорю, что это... непоздная возможность человеческого мозга, но детям приятно сознавать, что они волшебники. Еще маленькая ремарка. Ведь мы, взрослые, во всем превосходим детей. Во всем. Мы взрослее, мы умнее, мы сильнее, мы опытнее. И вдруг у них появляется что-то такое, в чем они могут превосходить нас, взрослых, родителей. Вот ты, папа, можешь видеть закрытыми глазами? Нет. А я могу. Селфи-стим поднимается.
Вы знаете, часть экспериментов, которые я проводил, показывает, что у ребенка резко возрастает коэффициент интеллекта. У меня это есть на видео, не здесь. Те дети, которые учились плохо в школе, начинают становиться отличниками. Я не шучу, у меня есть видео, я еще раз говорю. Чем я это объясняю? Ученые говорят, что мы используем свой мозг где-то только на 8-10%. Активизация центра информационного восприятия втягивает в работу дополнительные участки мозга. Пусть только 5%. Mm-hmm. Было 10, стало 15. Это уже гений. И у детей проходит дислексия. У меня есть фотография ребенка. Ну вот я у вашего взрослого ребенка спрошу. Мелинда, вот после того, как вы прошли этот курс, вы понимаете, сознаете или чувствуете, что вы не просто стали лучше видеть, а что-то еще? Да. Да? Да. А что? Ну, если это не скромно. Ну как шестое чувство. Вот я больше стала доверять себе, своим шестым чувствам. Энергетика как-то улучшилась или? Ну, я не знаю. Энергетика у меня всегда была, я думаю, что хорошо. Энергетика. Но как-то я больше стала себе доверять. Саша, она сбросила очки. Она их больше не носит. Сколько да, я не ношу. Плюс 2,5. Больше не носит. Ну, это тоже вот как раз то, о чем я говорю. Ты представляешь, что если ты скажешь людям, больше не носите очки. Cartier, были хорошие Dior, очки, мне их, в принципе, да, жалко. Куча. Оправы по 250, по 300 долларов. Это все кому? Коту под хвост? Ну, Саша, подарим кому-то. Меня спрашивают, вы не боитесь, что вас убьют? Я говорю, теперь не боюсь. Потому что то, чем я занимаюсь, уже очень широко пошло по миру. Раньше надо было убивать. А сейчас у меня есть последователи, лицензированный тренер, вот Мелинда есть, которая за меня заступится. Сейчас меня уже убивать бесполезно. А вот когда я еще и докажу с помощью научных исследований, что это так, ученые вынуждены будут изучать это, и они поймут, что это нужно человечеству. Ведь смотрите, Саш, как я уже сказал, дети превращаются в гениев. И вот когда из этих детей вырастет новое поколение человечества, у меня очень богатая фантазия, ее не хватает представить себе эту жизнь. Из этой жизни уйдет очень много плохого, уйдет зависть, коварство, ложь, преступность исчезнет. Потому что мысль — это информация. И когда ты задумаешь что-то плохое, тот, против кого ты задумал, он мгновенно эту информацию вылавливает. Так что в ваших уголовных хрониках вы потеряете работу, Саша. Я для вас тоже представляю. Никит Сергеевич когда-то обещал советскому народу, что он покажет последнего преступника. Да, ну вот. Показать он мог только себя. Да, и тем не менее, это будет. У меня богатая фантазия, ее не хватает, чтобы представить. Да, но это горестные перспективы для Александра Гранта. Меня, конечно, никак не радуют, но я сменю профессию. Ничего не против. Ну, думаешь, это в моей жизни это не произойдет. Но смотрите, Марк, вы показали кадры, снятые в Италии. Да. Вы были в Белоруссии. То есть вы странствуете или вы основываете свои школы в разных странах? Я не основываю школы, я провожу семинары. Угу. И я приезжаю туда, куда меня приглашают. Вот я 10 числа улечу отсюда, я еду в Братиславу. После Братиславы Прага, потом Италия, Австрия, еще раз Италия. Я проводил свои семинары, как я уже говорил, в Турции, в Дубай. Дубай, спасибо, Дубай. Я востребован, и меня это вдохновляет. Значит, то, чем я занимаюсь, нужно людям. И все больше людей осознает, что это нужно. Я не даю рекламу здесь, в Америке. Я приезжаю отдыхать. И тем не менее, меня нашла Мелинда, меня нашли еще двое ребят и пригласили в Филадельфию. Да, вас нашел я. Вы меня нашли. В Филадельфии я провел семинар. Людям это нужно. И слава Богу, когда я чувствую себя востребованным, я занимаюсь этим с удовольствием. Еще, может быть, последняя такая капля с использованием видео. Людям очень хочется, так как и вам, и мне тоже. Хочется, а вот ты докажи мне, тогда я поверю. Я тут посмотрел российский сериал, «Профиль убийцы» называется. Очень интересно, я с удовольствием его смотрел. И в одной из серий появляется герой, женщина-экстрасенс, которая в результате травмы получила возможность, она ослепла, видеть прошлое.
И, естественно, телевизионщики, они же не могут такого, они же приглашают ее в студию, и вот главных героев этого семинара, профайлеров, которые составляют профиль убийцы, тоже очень позитивные люди. И вот это вопрос, ответ на вопрос насчет того, поверить или не поверить. Попросите последнее видео включить. Это из сериала, но не в бровь, а в глаз. Что больше нет. А? Больше нет. Нет? Нет. Ну нет, значит... На нет и суда нет. Хорошо, значит, посмотрите этот сериал. Меня очень привлекает и удовлетворяет то, что в заключении нашей передачи Марк Комиссаров все-таки поблагодарил Господа за то, что он дал. А начал он с того, что, в общем, чуть ли не претендовал на функции Господа. Клевета. Хорошо. Вы приезжаете в разные страны, куда вас приглашают. Да. То есть там формируются какие-то группы нуждающихся в такой помощи, да? Которые тем, уже знают о вас. Тем, кто хотелось бы освоить прямое информационное восприятие, и, если они носят очки или слуховые аппараты, использовать это и в прикладном. Вы начали с того, что делали упор все-таки на улучшение или на возникновение зрения. Сейчас к этому прибавились дефекты слуха и так далее, и так далее. То есть вы расширяете вот эти... Да, расширяю. Фронт работы, так сказать. А самое главное, я сейчас провожу семинары двух уровней. На первом уровне, когда я активизирую способности взрослых, это способность получать любого вида информацию. То, что я буду сейчас говорить, меня могут дружно заклевать, заплевать, сказать, врет, гад и не краснеет. Но моя партнер здесь в 2001 году она обладала способностью, она могла считывать информацию с электронного носителя. Она брала флоппи-диск, тогда не было флешек и прочее, закрывала CD. Глаза. Минут 15, не сиди. Помните, квадратники были? Вот эти да. Еще, да, компактные. Она закрывала глаза, минут 15-20 держала в руках, потом говорит, Марк, я вошла в дискету, у тебя там забито 5 файлов. Мозг-1, Мозг-2, Никол Тесла, волшебница из Веллингтона, Циолковский. Что ты хочешь, чтобы я тебе прочла? Я говорю, ну давай Циолковский. Еще 5-10 минут паузы, и она начинает читать текст так, как если бы держала листок с текстом перед глазами. На этой дискете забитой информации мозг в состоянии снять любую информацию на языке, видео. У меня занимался мальчик, слепой, кстати, Дима Лазарев, мальчик, ему было 18 лет. Он мог, тогда еще не было DVD, были видеокассеты. Он мог смотреть, скажем так, фильм на этой видеокассете, не вставляя в VCR. На магнитной ленте нанесена информация, мозг в состоянии снять ее, перевести в знакомый. Вы упомянули в самом начале о вашей ученице, которая из Нью-Йорка читала то, что в Москве. Она была это в Москве, уже что-то другое, неважно. Это уже телепатия или это все то же это самое? Это вот то самое прямое информационное восприятие, которым владеют взрослые. Дети могут только видеть. Но я очень вам признателен, что вы припомнили нашу прошлую программу, когда я говорил, что граница в 12 лет. До 12 лет мозг ребенка отказывается мыслить так широко. И вот когда он переходит, это связано с половым восприятием, он получает возможность снимать информацию как взрослые люди. Вот у меня занималась Катюша Болдина, она могла написать, и можно было дать вот такое вот длинное уравнение, 15 лет было девочке в 8 классе, и она могла сразу написать ответ. Сейчас многие ученые говорят, что информация не исчезает, есть всевселенские информационные. Но чтение CD, чтение газеты, которая за 8000 километров, это тоже неотразимый совершенно аргумент, это нельзя подделать, и это не проходило. Нет, Саша, не проходило. Значит, я все-таки закончу свою мысль. Значит, у нас три секунды. Три секунды. Тогда, значит, я надеюсь, что вам стало еще более интересно, и когда я приеду в следующий раз... Друзья мои, я действительно получил большое удовольствие от того, что я увидел и услышал. Надеюсь, что вас это в какой-то степени заинтересовало. А если вы усомнились, то и в этом есть доля сермяжной правды. Я благодарю Мелинду Немит и Марка Комиссарова за то, что они посетили нашу студию. И прощаемся мы втроем с вами, я отдельно с ними. А мы все надеемся на следующую встречу в эфире. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Спасибо.